Я вот сейчас читаю свою книгу и хочу сказать, с автором чем-то согласен. Почему? Мы сегодня будем работать с вами над позвоночником. Мы не можем обхватить все стороны жизни. Потому что я с вами согласен, и работа очень важна, и семья превыше всего даже, чем здоровье, и дети. А теперь подумайте, пожалуйста, в каком состоянии ваш позвоночник? В каком состоянии ваш позвоночник? Для того, чтобы вы подросли 5-6 сантиметров, для того, чтобы всегда вы были в хорошем настроении, всегда, всегда, все органы у вас работали как часы швейцарские, достаточно 15 минут поработать над позвоночником. То, что сегодня мы с вами будем проходить, это не физзарядка, это не физкультура. Это специальные подобранные движения для позвоночника, чтобы межпозвонковые диски растянулись, что ваша походка опять стала, как у балерина или балеруна. И опять ваша память вернулась на свое место. И опять вы увидели, оказывается, мир не так хреновый, как вы думаете, а прекрасно. И этот слякоть, который на улице, этот солнечный свет, который глаз режет, и этот плохие люди, это все ваше состояние. Значит, управление с хорошим настроением, управление со своей жизнью, налаживание своего отношения с окружающим миром начнем с самого простого, с позвоночника. Во время выполнения упражнений с позвоночниками обратите внимание, 99% это работа внутренних состояний, о котором сегодня расскажут во время упражнений педагоги. 1% техника выполнения упражнений. Во время выполнения упражнений обращайте внимание на создаваемое искусственно хорошее настроение. Во время выполнения упражнений еще раз буду говорить, 98% внимания уделите, пожалуйста, на искусственно создаваемое хорошее настроение. Чуть обезьяничая, чуть с юмором. Надо выполнять каждый день. Ваш и наш с вами враг – это автоматизм, механическое выполнение. С того дня, когда вы уже привыкнете к моей роже, с того дня каждое мое высказывание у вас будет вызывать чувство плоского юмора и раздражать, и вы переходите сразу на механическое упражнение, хочу вам сказать, с этого момента польза будет меньше и меньше. Уважаемые собеседники, вы можете мне сказать, у вас диагноз такой, у вас диагноз сякой, что у вас возраст такой, вы вообще крутой старик или старушка, что у вас в жизни все посади. Лапшу на мои уши не вешайте. Как ученый я вам скажу одно. И в 9-летнем возрасте, и в 2-летнем возрасте, и в 90-летнем возрасте межпозвонковые хрящи восстанавливаются абсолютно одинаково. Гибкость позвоночника в любом возрасте восстанавливается абсолютно одинаково. Просто дети бегают, двигаются, юноши действуют, двигаются. А с возрастом Его Величество лень, слуга смерти, потихонечку гладит по вашей головешке, побольше посиди, побольше теперь полежи. И начинается окостенение, то есть приспособление нашего организма к безболезненному нахождению в гробу. Суставная гимнастика – это подготовка, приготовление к основным упражнениям. Суставная гимнастика – это тренировка суставов позвоночника, тренировка сосудов, тренировка нервной системы и, самое главное, тренировка духа, тренировка веры в себе, тренировка, что вы человек из большой буквы.
Тренировка, что все вы можете в жизни, и все является под вашими ногами. То есть тренировка человека из большой буквы, лидера из большой буквы, хозяина своего жизни из большой буквы, опоры своих близких. Вот что такое система. А позвоночник, тренировка, разминка, которую мы сегодня с вами изучаем, это порог, дверь, над которым, через которую мы заходим в систему. Третий раз, обратите внимание, третий раз сейчас я буду говорить. Во время выполнения упражнений 99% усилий направьте на искусственно создаваемое хорошее настроение. Вот сейчас попробуйте, пожалуйста, искусственно создать спокойствие. Расслабьте за грудиной, расслабьте плечи, расслабьте ноги, расслабьте руки, расслабьте лицо. И расслабьте внутренние какие-то напряженные участки. А теперь, если, конечно, вы этого сделали, искусственно создаем, выпрямьте, пожалуйста, позвоночник, и искусственно создаем, выпрямляя свой позвоночник, хорошее настроение. Расширьте, пожалуйста, плечи, грудь, и живот подтяните. Я всегда говорю, пупок должен на две пальцы оторваться от коленной чашечки. Дыхание чуточку напряжены в виде искусственной радости. А теперь попробуйте, что ваше настроение, создаваемое в душе, какой-то физический резонанс создал в теле, типа легкой истомы. Именно в таком состоянии, в таком истоме упражнение должно выполняться. И каждый день, четвертый раз я буду повторять, механическое исполнение – это путь никуда, это вред и пустое потраченное время. Желаю успеха. Суставная гимнастика с начинкой. Массаж ушных раковин. На поверхности ушных раковин расположены более 1000 биологически активных точек. Поэтому, массируя их, мы воздействуем на весь организм. Создаем настрой. Беремся за уши. Теперь тянем их вниз и чуть-чуть в стороны. Проверяем осанку, улыбку. А теперь вверх и чуть-чуть в стороны. Каждое движение вкладываем радость. В стороны и чуть-чуть назад. С удовольствием, с радостью. Теперь выполняем круговые движения назад. Каждое упражнение выполняем 8-10 раз. А теперь круговые движения вперед. Не забывайте, с удовольствием. Меняем захват ушной раковины, как будто втираем основание больших пальцев в уши и резко отрываем ладони. Упражнение для суставов рук и ног. Кисти. Не забываем про настроение, радость, улыбку, удовольствие. Сжимаем и разжимаем кулаки. Все внимание в суставах пальцев рук. Акцент на сгибание пальцев. И теперь дарим вокруг свое замечательное настроение. Акцент на разгибание. Состояние восторга и наслаждения. Щелкаем каждым пальчиком. Работаем суставами кистей. Молодцы!
Собираем пальцы от мизинца к большому пальцу. Несколько раз. А потом от большого пальца к мизинцу. Молодцы! Встряхиваем кисти рук, расслабляем мышцы. Внимание на лучезапястном суставе. Руки перед собой. Сгибаем ладони и тянем их к себе. Делаем несколько пружинящих движений. Выполняем упражнение в противоположном направлении. Чередуем напряжение и легкое расслабление. Встряхиваем руки. Руки вытянуты вперед, параллельно полу. Обе ладони сводим к большому пальцу. Выполняем несколько пружинящих движений кистями. Замечательно! Разводим ладони в сторону мизинца. Выполняем пружинистые движения с удовольствием. Молодцы! Встряхиваем руки. Кисти, сжатые в кулак, вращаем по кругу максимального диаметра. Сначала в одну сторону, потом в другую. Локти прямые. Улыбка, радость, истома по всему телу. Локтевые суставы. О, но сначала проверяем корону. Она на месте. Плечи параллельно полу. Зафиксированы. Руки согнуты в локтях. Вращаем предплечье от себя. Следите за тем, чтобы плечи не двигались. И главное, самое главное, не забывайте про настрой. А теперь вращательное движение к себе. И радость. Радость и свет в каждом суставе. Расслабляем руки. Плечевые суставы. Внимание в плечевом суставе. Выпрямленная рука свободно опущена вдоль туловища. Начинаем вращение рукой во фронтальной плоскости перед собой. Создаем отклик в теле, в суставе молодость и здоровье. Теперь вращаем ту же руку в другую сторону. Темп вращения у каждого свой. Меняем руки. Другой рукой вращаем перед собой. И сустав уже улыбается, откликается нам. И в обратную сторону. Молодцы! Обращаем внимание на дыхание. Следующее упражнение. Голова прямо, плечи тянем вперед, навстречу друг другу. Чувствуем приятное напряжение. Делаем легкое расслабление и напряжение. Затем сводим лопатки. Стараемся максимально соединить их. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, еще чуть-чуть. Теперь плечи тянем вниз. Позвоночник прямой, на лице улыбка. Чередуем увеличивающееся напряжение с легким расслаблением, опуская плечи как можно ниже. Так, плечи идут вверх. Стараемся дотянуться ими до ушей. Слегка отпускаем напряжение и снова тянем к ушам. И радость, гордость за себя. Молодцы! А теперь выполняем круговые движения плечами вперед. Внимание в плечевых суставах. Амплитуда вращения максимальная. Так. А теперь назад. И еще. И еще раз с удовольствием во всем теле. Руки вдоль туловища. Разворачиваем их ладонями наружу, как будто ввинчиваем руки в пол. В работу включаются лучезапястный, локтевой и плечевой суставы. Разворачиваем руки в противоположную сторону. Когда доходим до упора, даем дополнительное напряжение и легкое расслабление. Встряхиваем руки, расслабляем мышцы. Ставим ноги чуть шире плеч. Выполняем скрутку для верхнегрудного отдела позвоночника. Руки перед грудью. Правая рука начинает тянуть левую. Двигаются только голова и плечи. Все остальное неподвижно. Затем плавно переходим влево. Доходим до упора и усиливаем напряжение, стараясь продолжить движение. Отпускаем напряжение и снова прилагаем дополнительные усилия. Стопы. Внимание переносим в голеностопный сустав. Слегка поднимаем ногу. Оттягивая носок от себя, совершаем небольшие пружинищие движения.
нога прямая. Теперь пяткой тянемся вперед, а носок тянем на себя. С удовольствием, с наслаждением. Меняем ногу. Тянем носок от себя. Какую черту характера вы тренируете сейчас? Не забывайте об этом. Выпрямляем ногу, тянем носок к себе. Очень хорошо. Теперь меняем ногу. Стопу разворачиваем вовнутрь. Делаем ею пружинищие движения, с каждым разом разворачивая сустав больше и больше. Разворачиваем стопу наружу. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Повторяем эти упражнения другой ногой. Сначала вовнутрь. Улыбочка, настроение, осанка. А теперь наружу. Очень хорошо. Теперь меняем ногу. Выполняем круговые движения стопой. Как будто большим пальцем ноги рисуем на стене круг максимально возможного радиуса. В одну сторону, а теперь в другую. Нога при этом абсолютно неподвижна. Работает только стопа. А теперь другой ногой. Напоминаем, каждое упражнение выполняется 8-10 раз. И самое главное, не забывайте про настроение. Чувствуйте радость от выполнения каждого упражнения. Очень хорошо. Молодцы. Коленные суставы. Создайте в душе весну, любовь и радость. Совершаем вращательные движения голенью. Несколько раз в каждом направлении. Сначала по часовой стрелке, а потом против. Голень при этом расслаблена. Не забывайте про удовольствие. Теперь выполняем это упражнение другой ногой. Стоим ровно, плечи расправлены. Пропустите по всему телу чувство, что вы человек, личность. Молодцы! Улыбаемся своей коленной чашечкой, создавая в ней радость и здоровье. Ноги чуть шире плеч. Стопы параллельно друг другу, ладони на коленях. Совершаем круговые движения коленями. Сначала несколько раз внутрь. Спина ровная. Смотрим вперед. Затем наружу. В конце каждого движения колени разгибаются полностью. Ноги вместе. Ладони на коленях. Вращение по кругу с нагрузкой. В конце каждого движения разгибаем колени. В другую сторону. Колени вместе. Отлично! И еще чуть-чуть. Очень хорошо. Ноги вместе, колени выпрямлены. Ладонями надавливаем на коленные чашечки. Спина при этом ровная. Смотрим вперед. Очень хорошо. Тазобедренные суставы. Вызовите ощущение того, что вы человек жизнерадостный. Удерживайте его до тех пор, пока выполняете упражнение. Получается? Молодцы! Отводим бедро до отказа вправо и добавляем усилие, стремясь отвести его еще дальше. Делаем несколько таких пружинищих движений. То же самое выполняем левой ногой. Корпус неподвижный. Создаем ощущение внутренней силы. Молодцы! Меняем ногу. Отводим бедро вправо до упора. Вот так. И возвращаем вперед. Делаем это с дополнительным покачиванием бедра вверх-вниз. Все внимание в тазобедренном суставе. Очень хорошо. Настроение. Улыбочку. Повторяем упражнение другой ногой. Держим осанку. Настроение, удовольствие. С радостью. Еще. Еще. Выше. Еще чуть-чуть. Отлично. Молодцы. Так, встряхиваем ноги. Хорошо. Отводим правое бедро вправо как можно дальше. Коленной чашечкой рисуем на стене круг. Внимание в тазобедренный сустав. Улыбаемся им. Дышим. Держим осанку. Хорошо. И теперь круговые движения в другую сторону. Молодцы. Очень хорошо.
А теперь меняем ногу и вращаем тазобедренным суставом. И еще больше удовольствия, еще больше радости. Очень хорошо. Теперь в другую сторону. С удовольствием, с улыбочкой. 8-10 раз. Достаточно. Ноги вместе. Идем на выпрямленных ногах. Все, что выше пояса, неподвижно. Движение за счет тазобедренных суставов. Опираемся на всю стопу. Теперь поднимаемся на носочки. Молодцы! И настроение, настроение, состояние радости. А теперь на пятках. Не забываем, корона на голове, плечи расправлены. И сейчас переходим на наружные поверхности стоп. Идем на них. Не забываем улыбаться. А теперь переходим на внутреннюю поверхность стоп. Продолжаем хождение на прямых ногах. Настроение великолепно, молодцы! Останавливаемся. Упражнение на восстановление дыхания. Ноги на ширине плеч, делаем вдох. И выдох. Медленно выдыхаем. Вдох. Вдыхаем приятную прохладу, чистоту, свежесть, молодость. И выдох. Вдох. И выдох. На выдохе из тела уходит напряжение и усталость. Дышим легко и спокойно, созидая себя с каждым вдохом и выдохом. Молодцы! Упражнение для позвоночника. Последовательно прорабатываем каждый участок позвоночника. Шейный отдел. Верхнегрудной отдел. Нижнегрудной отдел. И пояснично-крестцовый отдел. Шейный отдел. Работа с этим отделом позвоночника нормализует внутричерепное давление, улучшает зрение, слух, память, повышает работоспособность. Акцентируем внимание в шейном отделе. Подбородок скользит по грудной клетке вниз, без напряжения и еще чуть-чуть. С удовольствием, с наслаждением. Чередуем напряжение и легкое расслабление. С каждым новым напряжением стараемся продолжить движение, добавляя усилий. До боли не доводим. В области шеи должно возникнуть чувство приятного напряжения. В теле создаем волну уверенности в своих силах и удерживаем ее. Очень хорошо. Корпус прямой, голову слегка отклоняем назад, лицо смотрит вверх. Тянемся подбородком вверх. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Внимание в шейном отделе. Очень хорошо, молодцы. Выпрямляем голову. Наклоняем ее вправо и пытаемся коснуться ухом плеча. Внимание в шейном отделе. Улыбаемся каждому позвонку. Плечи неподвижны. И меняем положение. Левое ухо к левому плечу. Молодцы! Теперь выпрямляем голову. Смотрим прямо перед собой. Начинаем поворачивать голову вокруг носа, как вокруг неподвижной опоры. Подбородок идет в одну сторону, а макушка в другую. С удовольствием. Еще чуть-чуть. Еще. И в другую сторону. Нос неподвижен. В шее только приятное ощущение. Молодцы. Выпрямляем голову. Наклоняем вниз. Нос смотрит в пол, он неподвижен. Разворачиваем макушку в одну сторону, подбородок в другую. Не забывайте, все делаем с удовольствием. Меняем положение. Внимание в шейном отделе. Замечательно. Выравниваем голову.
слегка отклоняем ее назад. Лицо стремится в потолок. Разворачиваем голову, подбородок в одну сторону, макушка в другую. Меняем направление. Будьте осторожны, не переусердствуйте. Молодцы. Выравниваем голову, взгляд перед собой. Выполняем скрутку для шейного отдела позвоночника. Медленно уводим взгляд вправо, следом поворачиваем голову и до упора в другую сторону. Дополнительными усилиями пытаемся увеличить угол поворота. Подбородок около плеча. Выравниваем голову. Круговые движения головой объединяют в одно все предыдущие упражнения для шейного отдела позвоночника. Голова перекатывается медленно и свободно, не перенапрягая мышцы шеи. Подбородок тянется к грудине, затем ухо стремится к надплечью, затылок к спине, другое ухо к надплечью, подбородок к грудине. Несколько раз в одну сторону, а потом в другую. Выполняйте это упражнение с особой осторожностью и вниманием. Следите за своими ощущениями. Не забывайте про радость. Молодцы. Очень хорошо. Верхнегрудной отдел позвоночника. Работая с ним, мы улучшаем состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состояние органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы. Внимание в верхнегрудном отделе. Руки перед собой в замке. Подбородок прижимаем к груди. И плечевые суставы направляем навстречу друг другу. Спина прямая, поясница неподвижна. Дыхание не задерживаем. Руки назад. Лопатки стараемся свести. Плечи не поднимаем. В этом положении грудиной стремимся ввысь. Отлично! Очень хорошо. И теперь одно плечо поднимаем вверх, а другое опускаем вниз. В верхнегрудном отделе позвоночника чувствуем приятное напряжение и растяжение. И в другую сторону. Чередуем напряжение с легким расслаблением. Позвоночник прямой, поясница неподвижна. Руки вдоль туловища. Опускаем плечи, тянемся руками к полу. Позвоночник прямой, таз подаем вперед и фиксируем его в этом положении. Плечи поднимаем до упора вверх. Макушкой тянемся к потолку, позвоночник растягивается. Чередуем движение плечами вверх с легким расслаблением. Вращаем вперед плечевые суставы. Внимание в верхнегрудном отделе. Не забывайте про улыбку. Настроение. Хорошо, а теперь назад. Чувствуем каждое движение. Создаем радость и удовольствие. Молодцы! Хорошо. Ноги на ширине плеч. Стопы как будто приклеены к полу параллельно друг другу. Кисти рук на плечах, локти разведены в стороны. Смотрим прямо перед собой. Последовательно поворачиваем глаза, голову, плечи, грудь. Живот, бедра, ноги неподвижны. Поворачиваемся до крайней точки и стараемся повернуться еще дальше. Выполняем упражнение в другую сторону. Чередуем напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. С удовольствием во всем позвоночнике. Возвращаемся в исходное положение. Нижнегрудной отдел позвоночника. Внимание переносим в нижнегрудной отдел. Поясницу держим ровно. Прорабатываем позвоночник от шеи до поясницы. Руками как будто обхватываем что-то большое. Голову наклоняем вниз, добавляем напряжение. Теперь макушкой тянемся вверх и слегка назад. Руки отведены назад. Сводим лопатки, грудиной тянемся вверх. Выравниваемся. Руку сгибаем за головой, локоть устремляем в потолок, взгляд за локтем. Растягиваем бок, чередуя напряжение и расслабление. Меняем руку. И удовольствие, наслаждение, радость. Молодцы! Очень хорошо! Плечами делаем медленные движения по кругу с максимальной амплитудой.
В движении принимает участие весь позвоночник до копчика. Волна по всему позвоночнику. Затем противоположную сторону. Ноги шире плеч, колени слегка согнуты. И главное, удовольствие. Удовольствие во всем теле. Кулаки ставим над поясницей в области почек. Стараемся как можно ближе свести локти. Выполняем несколько пружинящих движений локтями навстречу друг другу. Позвоночник выгибается вперед. Теперь копчик подаем вперед. Положение поясничного отдела фиксируем. Прогибаем позвоночник в другую сторону. Колени слегка согнуты. Ноги шире плеч. Стопы неподвижны. Кисти рук на плечах. Уводим глаза. Затем поворачиваем голову, плечевой пояс, грудь, живот. Скручиваем верхнюю часть позвоночника от плеч до талии. Выполняем упражнение в другую сторону. Делаем несколько пружинящих движений. Напоминаем, таз, бедра, стопы неподвижны. Выравниваемся. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Улучшаем состояние мочеполовой системы и восстанавливаем сексуальность. Ноги на ширине плеч. Пол согнуты в коленях. Таз вперед. Верхняя часть туловища неподвижна. Копчиком тянемся снизу вверх. Напряжение чередуем с легким расслаблением. Хорошо. Спину держим ровно. Прогибаем только поясничный отдел. Копчиком тянемся к затылку. Делаем несколько пружинящих движений. Напряжение, расслабление. Позвоночник прогибаем назад, дугой. Нагрузку распределяйте равномерно по всему позвоночнику. Снова тянемся копчиком снизу вверх. Слегка наклоняем корпус вперед. Ноги на ширине плеч, колени можно немножко согнуть. Стараемся копчиком дотянуться до затылка. Прогибаемся в пояснице. Снимаем напряжение в копчике. Внутренним взором проходим по всему позвоночнику. Очень хорошо. Молодцы! Делаем легкий наклон назад, прогибаем поясницу и тянем копчик к затылку. Равномерно распределяем нагрузку по всему позвоночному столбу. Теперь опять снимаем напряжение в пояснице с удовольствием, с улыбкой. Очень хорошо. Молодцы. Выполняем круговые движения бедрами. Делаем это с удовольствием. Верхняя часть корпуса неподвижна. Не забывайте, у вас корона на голове. Каждое упражнение делается 8-10 раз. В одну сторону. А потом в другую. Механическое выполнение упражнений – это путь в никуда. Помните? Так куда же вы идете? Не забывайте про радость. А теперь добавьте эмоцию. Создайте во всем теле волну удовольствия. Молодцы! Корпус прямой. Бедро перемещаем вправо и чуть вперед. Делаем несколько пружинящих движений бедром в сторону, как бы проталкивая его дальше. Еще дальше. Еще. Фиксируем это положение и растягиваем бок, наклоняя корпус в сторону. Очень хорошо. Молодцы. Теперь меняем положение. Отводим другое бедро в сторону. Опять растягиваем его с наслаждением. Теперь делаем наклон к отведенному бедру. Прогибаем сейчас поясничный отдел. Молодцы. Очень хорошо. Стопы вместе. Одну руку поднимаем вертикально вверх. Ладонью стремимся коснуться потолка. И начинаем наклон. Теперь потянулись. Еще. Еще. Очень хорошо. Теперь поменяли руку. И другая рука идет вверх. И еще наклон. С удовольствием. Молодцы. Не забывайте про дыхание. Очень хорошо.
А теперь гимнастика для капилляров и сосудов. Начинаем встряхивать мышцы голеней, бедер, ягодиц, живота, груди, рук, шеи. Трясем, 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 еще, еще. Расслабляем все тело расслаблено. Радуемся и наслаждаемся. Очень хорошо. Скрутки для всего позвоночника. Позвоночник – ось всех движений. Ноги на ширине плеч, стопы приклеены. Нагрузку распределяем равномерно по всему позвоночному столбу. Движения плавные, болевых ощущений не допускаем. Не забудьте – улыбка на лице, корона на голове. Начинаем плавный поворот корпуса в одну сторону. Руки на надплечье. Глаза, голова, плечи, грудь, живот, бедра, таз, ноги, все кроме стоп. Затем добавляем усилия, создаем напряжение. И в другую сторону. Разворачиваемся до крайней точки. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Молодцы. Выравниваемся. Делаем легкий наклон вперед и начинаем поворачиваться. Взгляд за локтем в потолок. И еще добавляем усилий. И еще немножко. Добавляем удовольствие. И, сохраняя наклон вперед, поворачиваемся. Скручиваемся вокруг оси позвоночника в другую сторону. И взгляд за локтем. Напряжение, расслабление. Дышим легко. Возвращаемся в положение наклона и выравниваемся. Спина прямая, отклонена назад. Глаза, голова, плечи, грудь, живот, бедра. Все свернули до крайней точки. Добавьте напряжение. И в другую сторону. Подбородок направлен к груди, взгляд через плечо вниз и удовольствие от каждого движения. Теперь выравниваемся. Делаем наклон в сторону. Начинаем скрутку. Голова, плечи, грудь поворачиваются вокруг позвоночника и разворачиваются к потолку. Взгляд через плечо. Не меняя положение туловища, раскручиваемся в другую сторону. Доходим до крайней точки. Дышим и с удовольствием делаем еще несколько приятных напряжений и расслаблений. Возвращаемся в исходное положение и выпрямляемся. Наклон в другую сторону. И снова поворачиваемся вокруг позвоночника, сохраняя наклон. Еще чуть-чуть. Еще. С удовольствием и наслаждением. Разворачиваемся через спину. Доходим до крайней точки. И с удовольствием еще несколько приятных напряжений, расслаблений. Теперь раскручиваемся в исходное положение наклона и выпрямляемся. Успокаивающее дыхание. Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдох носом, руки поднимаем вверх. Выдох, руки опускаем. Дышим легко и спокойно. Созидая себя с каждым вдохом и выдохом. Закрываем глаза и представляем, как все ваше тело наполняется волшебной силой. Молодцы! Настраивающее дыхание. Спина прямая, макушка тянемся вверх, глаза закрыты. Ладони кладем на воображаемую прохладную поверхность – и настраиваемся. Руки медленно поднимаем до лица, и вместе с ними поднимаются прохлада, свежесть, бодрость. Затем руки медленно опускаем и представляем, как вместе с этим очищается все тело. Вдох и выдох с движением рук не совмещаем. Спокойно открываем глаза и сохраняем это состояние в течение всего дня.
Мои родимые, мои хорошие. Все, что мы делаем и пытаемся делать, не является истиной, абсолюте, а просто относительно. А вы постарайтесь его улучшить. Это просто направление. По этому направлению люди получили достаточное количество успехов. Вы вот это малюсенькое, незначительное знание, опыт, который у нас есть, если вы добавите своему большому, великому достижению, вы станете еще сильнее, вы станете еще могущественнее. Кроме глубокой благодарности к вам за то, что вы занимаетесь над собой, у меня ничего нет. Целую ваши руки, если вы дама. Жму ваши руки, если вы мужчина. Я всегда с вами. Душой. Успехов вам!